коллеги, гости нашего праздника. Прошли каникулы, яркое солнечное лето, закончились увлекательные путешествия, и нас с вами ждет очень интересный новый учебный год. Но сегодня мы с вами познакомим с нашей школой новых маленьких человечков, замечательных малышей, которые сегодня первый раз переступят порог школы. Это первоклассники. И я уверена, что через 10 лет из них получатся новые шедевры второй школы, как всегда. Поэтому сегодня все аплодисменты и все поздравления звучат для них. От вас уже старшие классы, родители, учителя. И сегодня у нас в школе гости, но гостями их назвать сложно, потому что это выпускники нашей школы. Это первый заместитель парламента Инал Дмитриевич Мамин, выпускник второй школы. И выпускник второй школы, министр экономического развития Драгой Вильям Юрьевич. Прошу поприветствовать. Сегодня на нашем школьном дворе все выпускники второй школы, от мала до велика. А теперь, внимание, на нашу торжественную линейку вместе с выпускниками 2015 года приглашаются самые главные участники нашего праздника. Это первоклассники. Внимание, школа! Под вынос государственного флага! Смирно!
такое слово драгоценное. Мир, оно как солнце, как вселенная. Мир, как много сказано и пройдено. Мир, и вся планета твоя родина. Мир, и жизнь становится особенной. Мир, и прочь бежит твоя бессонница. Мир, как это слово сердце радует. Мир, и снова жизнь цветет и балует. Всех учеников и учителей и гостей школы поздравляет директор Абаев Суслан Георгиевич. Днем знаний, светлым праздником, желаю вам всем удачи, терпения, старания. Особо хочется отметить первый класс, который сегодня пришли сюда, и 11-й классники, которые выпускники, наши будущие, которые символично вместе стоят. То есть это новое поколение, которое пришло, и которые по окончанию этого учебного года, я думаю, и я надеюсь, что с успешными, положительными аттестатами покинут нашу школу и поступят в России и Евросети. Дорогие ребята, уважаемые учителя, родители, гости сегодняшнего торжества, поздравляю вас всех с началом нового учебного года. Что сказать о школе, о себе, которую ты окончил и которая стала для тебя святым местом. Как вам уже сказали, я выпускник этой школы. И вы не удивляйтесь. Вы представьте себе только, меня выпустили 61 год тому назад. Я бы очень хотел, что все, кто сегодня учится в этой школе, и все, кто будет учиться еще, чтобы они знали героическую историю нашей второй школы. Недаром
официально и в правительственных кругах нашу школу называли гвардейской. И она сохранилась, это слово сохранилось за этой школой. И это не случайно. Наша школа была построена в 30-х годах прошлого столетия. И в 41-м году, когда началась Великая Отечественная война, многие 10 и 11-классники бросили учебу и добровольно ушли на фронт. Этим они заслужили большое уважение. Многие, конечно, не вернулись. И вообще вторая школа всегда была передовой. Не только в учебе, но и в спорте тоже. Вторая школа практически никогда крупные соревнования не проигрывала и в городе, и в области. Я хочу сказать о том, что главное для учеников этой школы была борьба за хорошие оценки, то есть хорошая учеба. И не случайно, я не подумайте, что я хвастаюсь, но до сих пор наш выпуск, именно выпуск 54-го года, является рекордсменом по количеству медалистов во всем бывшем Советском Союзе. Правительство, поздравить вас с Днем Знаний. Сегодняшний день для первоклашек – это знаменательный день. Я себя вспоминаю, 39 лет тому назад я сам уже пришел в эту же школу, правда, в нулевой класс, но тем не менее в первый раз. Вторая школа, она имеет большие... Блузки кружевые, белые рубашки, лица озорные.
Это Первоклашкин, школа Вероницы. Все несут букеты, мы идем учиться. До свидания, лето! Все хорошее у нас наживает первый класс. Пассажиры без опаски отправляются в полет. Если летчик первоклассный, первоклассный самолет. Вот строитель первый класс, он построил первый класс. Первоклассные дома, не поселится зима. Первоклассный педагог с первоклассниками срок. Отложите-ка игрушки, начинается урок. А Камчатки до Схивала, это день в стране у нас. Первоклассные ребята поступают в первый класс. Листьям время опадать, птичкам время улетать, грибникам блуждать в тумане, ветру в трубах завывать. Солнцу стынуть, тучам лица, нам с тобой идти учиться, буквы с цифрами писать, по слогам букварь читать. Мы поступаем в первый класс, вечно терпением школа нас. Мы обещаем не лениться, прилежно будем мы учиться, друзьям мы будем помогать, а взрослых слушать, уважать. По стране шагает светлый праздник, это начался учебный год. Наступитесь, люди, первоклассник, к нас портфелям новеньким идет. Кто у нас в стране сегодня главный? Первоклассник, тут сомнения нет. Это твой большой прекрасный праздник. Школа посылает вам привет. По дороге с нами вам идти. Ну, вперед, счастливого пути. А вот и я новенький учебный год. Я только-только начинаюсь. Учеба, здравствуй, школа, здравствуй. Идем со знанием и в поход. Едва только осень шагнется порог, ребят вызывает веселый звонок. Увидит он школу, идет день двора, и сразу же звонко задорно. Ура! Ну вот и состоялся наш первый звонок. Я вам желаю много первых звонков на любые хорошие события. И чтобы всегда у вас все было радостно и с Божьей милостью. А сейчас я попрошу всех расступиться, пожалуйста. Вот здесь ворота откройте, пожалуйста, расступитесь. И дайте пройти под музыку радостно. Первый раз в здании этой школы со своими первыми учителями. Я не знаю, как это.